День физкультурника отметили в воскресенье 9 августа на территории ресторанно-банного комплекса «Русская деревня» в Птицеграде. Коммуникационная группа «Action Continuum» и «Dominant Crew» решили организовать праздник спорта, решили разбавить традиционный футбол, баскетбол и плавание водными видами спорта. Воскресная погода явно располагала к отдыху у воды. Гостей в вейк-парке русской деревни встречали с раннего утра. Каким спортом любишь заниматься? Мы задавали всей планете. Йога еще, и там еще есть. Я с мамой еще делаю такую зарядку еще делаю. Молодец. На сноуборде еще ты катаешься. Мы сюда часто приезжаем в обратном батуте. Это был Саймон Дин. Собрались здесь в основном большие и маленькие любители экстремальных видов спорта. Чтобы развивался массовый спорт, потому что это в первую очередь здоровье нации. Гвоздем программы Дня физкультурника в комплексе «Русская деревня» стало выступление райдеров-вейкбордистов. Экстремальный вейкбординг, если кто не знает, сочетает в себе элементы водно-лыжного слалома, акробатику и прыжки. Как правило, этим сравнительно новым видом спорта занимаются те, кто уже освоил сноуборд, скейтборд или серфинг. Меня зовут Настя, это балансборд. Его нужно для того, чтобы тренировать свой баланс и вставать на доски гораздо быстрее. Вспомните свое первое ощущение, когда вы впервые вот на доску на эту встали. Я не поехал вообще. Я 10, ну, в среднем в парках сет идет 10 минут, и я 10 минут просто купался с этой доской, боролся. И только через год я пришел и еще раз попробовал, это тоже было, и сразу же поехал. То есть, ну, это было как-то очень странно, и после того, как я сразу же поехал, я начал регулярно кататься. Гости вейк-парка смогли увидеть выступление профессиональных райдеров-вейкбордистов, обучиться акробатическим элементам на батуте, узнать о здоровом питании. Ирина Максимова, Кирилл Емельянов. Программа «События».